Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» взяли на партийный контроль процесс уборки снега на трассах городского округа. В результате наступления морозной погоды повсеместно успела сформироваться наледь. Уборку снега на проезжей части и в пешеходных зонах осуществляют более 200 дворников и 33 единицы спецтехники. Качество выполненных работ партийцы отслеживают в рамках проекта «Безопасные дороги».